Звонит ближе к полвторому, подобен грому. Телефон нащупываешь сквозь дрему, и снова он тебе проверен, а ты ему профанул. Сидит где-то друзей, в телевизор вперись. Хлещет дешевый херес, коробит ересь. И все твои бесы рвутся наружу через отверстия в трубке строго по одному. Диски твои вчера на глаза попались, пылище, наверное, спалец, там тот испанец и сборники. Кстати, помнишь, мы просыпались, и ты мне какой-то пела старинный блюз такой. Вау, там. Ну да, у меня нет слуха. Вода, если плакать лежа, щекочет ухо и падает вниз, от ткани ударяясь глухо. Давай ты перезвонишь мне, когда проснусь. Бетонная жизнь становится сразу хрупкой, расходится рябью, трескается скорлупкой, когда полежишь, зажмурившись с этой трубкой. Послушаешь, как он дышит и как он врет. Казалось бы, столько лет, а точно не прицела. Скажет спасибо, что остается цела. А плюс это был, наверное, старушки Эллы за 40 дремучий год. Песен собственного сочинения не написано именно на этой гитаре. У нее какой-то
какой-то магический дух. Он делает так, он кладет эту гитару, сверху кладет айпад, она удобно лежит, и сверху кладет айпад, и на нем так гитарочка играет, вот так, настоящая. Ну, то есть там внутри как-то растет на айпаде. Вот, вот так они примерно пишут песни, я все это видела лично. Ты видела это, когда у меня появился айпад?